Хип-хоп и Биг Шон – близнецы-братья. Второй альбом исполнителя только что появился на прилавках, и продается он отменно. Я не прогадал с названием, хотя многие могут подумать, что у меня слишком большое самомнение. Но я на самом деле упертый и упрямый. Свои цели и задачи записываю на бумажке. И одна из таких целей — попасть в зал славы. Надеюсь, что так оно со временем и получится. Одну из композиций Биг Шон исполняет в дуэте с Майли Сайрус. Что только про нас не написали, но на самом деле это работа, сотрудничество, поиск нового, это в какой-то степени и ее история тоже, успеха, достижений. Именно поэтому я и предложил исполнить эту композицию. Она ведь тоже прошла через огонь, воду и медные трубы. Альбом «Зал славы» снискал популярность у поклонников Биг Шона, и его отметили рецензиями ведущие музыкальные издания.